Пригласили, приехал, все было обеспечено, и квартира, бытовые условия, и встретили, и предоставили все, все удобно, все прекрасно. Рабочее место, сами видите, какие апартаменты, аппаратура, все новое, новейшее, хорошее оборудование. Видите, какие кабинеты, соответствуют всем СНИПам, даже превышают. Население тут очень доброжелательное, относится к медикам очень позитивно, скажем так. Хабаровский край хорошо поддержал там. И два оклада выделили денежные средства. Ну и социально-бытовые полностью обеспечили социальные условия, поселили в новой квартире с ремонтом. Выплатили подъемных 2 миллиона. Все хорошо, можно работать. Главное, что аппаратура снабдили не только рабочим местом, но и снабдили соответствующей аппаратурой, на которой чувствую себя достойно. Большая возможность самореализации на рабочем месте. Можно делать углубленные ультразвуковые исследования. Скажем, если при изучении сосудистой системы, можно и наружные, то есть экстракорониальные сосуды смотреть и ходить полость черепа. Если исследуешь нижние конечности, то же самое, визуализация на достойном уровне. Ну, когда хорошая аппаратура, хорошо и приятно работать. Когда чувствуешь, что ты действительно можешь сделать правильное ультразвуковое заключение.